Воздать дань уважения и глубокой признательности воинам, афганцам, мужественно исполнившим свой долг, у мемориала в сквере Марии Рубцовой собрались около сотни химчан. Ветераны и действующие офицеры с семьями, вдовы, школьники и учащиеся кадетских классов. Участники встречи вспомнили о земляках, не вернувшихся с войны. Вчера у нас было мероприятие, посещали мы могилы погибших товарищей, объезжали. У нас, соответственно, 8 могил на 4 кладбищах города, они похоронены. И вот эти два мероприятия мы стараемся, ну, не то что стараемся, а соблюдаем каждый год сейчас в данный момент. 14 и 15 числа. Война в Афганистане, сломавшая многие судьбы, длилась почти 10 лет. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула пустынный горный край. Всего в Афганистане службу проходили 350 химчан.